Hello. Today we are going to have another listening practice. I am going to read you a text that is called "Транспорт – это серьёзная проблема". Hello guys, this is Anna. I am a Russian language teacher from New York City. It's very nice to see you in my YouTube channel. I'm going to read the text twice. First time slow, second in a normal speed. Let's start. Транспорт – серьёзная проблема. Вчера я был в гостях у брата. Все гости долго обсуждали современные проблемы, особенно проблемы города. Одна из самых актуальных проблем – это проблема транспорта. Ясно, что без транспорта, без общественного транспорта, без автобусов, троллейбусов, без маршруток, метро, такси, жить сегодня в большом городе невозможно. Но транспорта на улицах стало слишком много, особенно много частных машин. Поэтому серьезная проблема современного мегаполиса – это пробки в центре города с утра до вечера. Машина – это очень удобно, но иногда из дома до работы быстрее добраться на метро, чем на своей машине. Однако для современного человека, особенно мужчины, машина – это не просто вид транспорта, а демонстрация своих успехов в жизни, своего статуса и положения в обществе. Может быть, поэтому в Москве очень много дорогих машин. У богатого человека могут быть 2-3 дорогие машины. Это не всегда удобно и нужно для жизни, но это престижно, а значит необходимо. В центре Москвы почти нет широких улиц, удобных площадей. Очень мало мест для парковки машин. Поэтому водители долго ищут место для своей машины и часто ставят ее во дворах, около домов, где живут люди и играют дети. Конечно, это плохо. Время идет, количество машин растет во всем мире, и транспортная проблема становится все серьезнее и серьезнее. Now I will read it in a normal speed. Транспорт – серьезная проблема. Вчера я был в гостях у брата. Все гости долго обсуждали современные проблемы, особенно проблемы города. Одна из самых актуальных проблем – это проблема транспорта. Ясно, что без транспорта, без общественного транспорта, без автобусов, троллейбусов, без маршруток, без метро и такси жить в современном городе невозможно. Но транспорта на улицах стало слишком много, особенно много частных машин. Поэтому серьезная проблема современного мегаполиса – это пробки в центре города с утра и до вечера. Машина – это очень удобно, но иногда из дома до работы быстрее добраться на метро, чем на своей машине. Однако для современного человека, особенно мужчины, машина – это не просто вид транспорта, а демонстрация своих успехов в жизни, своего статуса и положения в обществе. Может, поэтому в Москве очень много дорогих машин. У богатого человека могут быть 2 или 3 машины. Это не всегда удобно и нужно для жизни, но это престижно, а значит необходимо. В центре Москвы почти нет широких улиц и удобных площадей. Очень мало мест для парковки. Поэтому водители долго ищут место для своей машины и часто ставят ее во дворах, около домов, где живут люди и играют дети. Конечно, это плохо. Время идет, количество машин растет во всем мире, и транспортная проблема становится все серьезнее и серьезнее. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете о проблеме транспорта? В вашем городе есть пробки? Много машин? Есть проблема с парковкой? Например, я живу в Нью-Йорке, и пробки – это огромная проблема нашего города.
С утра до вечера в Нью-Йорке очень много машин, и гораздо легче доехать куда-то на метро, чем на такси или на своей машине. Также огромная проблема – это парковка. На Манхэттене практически невозможно найти место для парковки. А какая ситуация в вашем городе? Напишите в комментариях, мне очень интересно узнать. This is it for today, guys. I hope that this video was useful for you. If it was, please let me know with your likes and comments. They are very important for me. And please subscribe to my channel. And I will see you in the next video. Спасибо! Пока!